Ну что ж, и всем привет, с вами Вячеслав Син, и сегодня в рубрике «Смотрим» более у нас игра Azure Strike Gunvolt. Ну что ж, давайте смотреть, что сие такое, как всегда слепой смотрит, ничего более. Но вы тем временем не забывайте, что если вам игра понравилась, то ставим лайки по данному видео. Чем больше лайков, тем больше вероятности того, что данная игра появится на моем канале еще раз в виде рубрики Let's Play, либо в виде рубрики стрима. Заставить музу смолкнуть и вырвать мир из транса. Но все меньше понятно, что же происходит. Я уже ничего не понял. Но игра просто закрылась. Окей. Думбель 2. Можно начать игру, да? Я же правильно понимаю? Можно. Уговорил, называется. Короче, на Escape она, походу, просто выходит. Это обидно. Досадно, но ладно. Так. Давайте попробуем на геймпаде. Да, на геймпад что-то происходит быстрее. Еще раз дубль 2. Либо оно грузится, либо оно сдохло. Одно из трех. Ага. Отлично. Вот и поговорили. Что? Экстремистская харя нравится электрокнут. Шахты из пера огрызается на корпорацию Сумераги. Давай, колись. Тебя послали стереть нашу морфо драгоценную музу нашей организации. Уничтожить ее, да? Ее кому публика поклоняется как идолу? Харник, что ли? Чьи плакаты на всех билбордах? Киберпевица Морфа. Я и сам ее обожаю, уже скачал новый сингл. Впрочем, вы сели в лужу, мы вывезли ее на поезде. Что, расстроился, тварь? План у вас был дебильный, как обычно. Ладно, не переживай, это на самом деле не допрос. Просто я люблю слушать, как орут под пытками, особенно молоденькие мальчики. У меня такое хобби. Ну давай, я слушаю. Рви связки. Вот оно как. Оказывается, ваша муза не здесь. Чё? Тебе что, не больно? От высоковольтного электрокрута? Я в тебя всадил столько электричества, что... От электричества я только крепчаю. Молния — это Септима. Ты адепт, что ли? Если хочешь жить, стой на месте и замолкни. Это грозовая Септима. Ты Ганвольт. Ганвольт. Прощай, извращение. Спасибо за ценную информацию. О, да. А поначалу все было так забавно. Позывной Ганвольт вызывает овцу 3. Прием. Овца 3, Ганвольт, с тобой все в порядке. Да, я в норме, есть новые сведения. Наша цель эвакуирует. Я покидаю объект и продолжаю преследование цели. Даже не думай, возможно, это ловушка. Овца, главный вас понял. Ганвольт, продолжай преследование. Овца 3, докладывай обо всех новых сведениях. Так точно, Ганвольт. Зря не рискуй, прием. Овца 2, новый план, прикрывай Ганвольта. Овца 2, вас понял. Ну вот, опять я на подтанцовке. Овца 2, Ганвольту, береги жизнь, чтобы ее хватило на всю жизнь. Я учту. Учтешь? Ты хоть понял, что я сказал-то? Всем-всем-всем, продолжаем миссию уничтожения кибердивы. Конец связи. Что нахрен происходит? Ну, в общем-то, это у нас платформер. Весьма интересное исполнение. Я ж супер Ганвольт, зачем мне прятаться? Да, конечно, есть у меня смысл уничтожения как хреновым, но уничтожаться как-то странно, честно говоря. Ясно, понятно. Еще не умею стрелять наверх. Ох, это нажал не то. Извиняюсь, бывает. Но стрелять наверх это все-таки предпочтительнее. Да.
Это был суперспособный. Двойной прыжок, естественно. Даже да, он это сказал, вы страшно удивляетесь. Вопрос, зачем тебе пистолет? Лифт не едет, питание отрубили. Ты ж ганвольт. Если я подам электричество прямо в эту штуку. Сначала выстрелить, чтобы поставить метку. Потом врубить электросферу, энергии должно хватить. Что? Жик. Как тобой прицелиться? Объясни мне, пожалуйста. Прыжки нельзя. Стрелы гидра. Кольцо, перстень. Понятно. Как выйти-то отсюда? Двойного прыжка, кстати, нет. Я обманул вас всех. Ну, типа да. Типа хватило. Ничего, что я ему электричество поддаю постоянно. Все равно до верха не доедем. Ганвольт, не забывай следить за энергией. Ее не так много. Ты обладаешь септимой энергией седьмой волны. У тебя она грозового типа, со временем она сама заряжается. Если нет времени ждать, жми два раза для полной зарядки. Не забывай, когда энергия на нуле, ты перегреваешься. Тогда ты не сможешь зарядиться, пока не пройдет положенное время. Увидишь, что энергии мало, сразу жми два раза. Спасибо, что напомнил, буду осторожен. Я, честно говоря, ни фига не понимаю. Я нажимаю два раза вниз, но насрать вообще. А, там все-таки третья пушка есть. Короче, здесь очень странный пистолет, честно вам скажу. Я бы даже сказал, он не то что странный, он нахер не медленный. Ну, как-то так. Ага, то есть... Я понял примерно, как это работает. То есть первым выстрелом я просто прицеливаюсь на кого-то, вторым выстрелом я уже его начинаю уничтожать. Этот робот не очень попался. Что это? Ну и все через стену. Это было не круто, прострелил через стену. А чё не так-то? Что ум? Для этого нужен ум? Он не работает. Ладно, счет как-то двигается. Может, это самый легкий вариант. Тут единственное, не хилишь ни разу. Ну так, в принципе, что-то да получается. Тут просто некоторые кнопки вообще не существуют. То есть, я вот реально... Это я сделал зря. Короче, тем не менее, половина кнопок тут банально не задействована. Ладно. Почему нету? Thank you.
похилиться так же. Можно? А, то есть если прям мало энергии, то нельзя. Понятно. Я не знаю, как это перепрыгнуть. Реально, это тупо. А, ну хотя нет, я... Молодец. Ну вот, и опять я молодец. Я еще молодец. А где конец уже уровня? Не то, чтобы подустал. Ура! Просто интересно узнать, что тут еще есть, помимо банальной перестрелки. Еще одна банальная перестрелка, ясно? Хорошо. Что у нас сейчас? Естественно, огромный танк. Это первый босс, да? Маше! Андобри! Лайтнинг Сумия! Это было не круто. Я думал, это серьезно охренеть. Почему я первый раз умение не использовал, а сейчас оно не использовал? Это херня какая-то. По нему я ходить тоже не могу. Это очень странно, как по мне. Такое ощущение, что ракеты не залетают как... Да. А? Автоматы не залетают. Теперь ты все, умер. А, и все, и типа дальше, да? Окей. Типа ничего не произошло. Робота мы не убили. Умение почему-то использовать мы не смогли. Хер знает почему. Кстати, от ракет мы защищены. Тоже не может не радовать. Это можно собрать? Нельзя. Платформы, конечно, обычные. Причем специально нарисованы 8-битно. Вот сейчас вот нажимаю вниз, он не нажимает совсем ничего. Отлично. Я иногда не понимаю, почему его умение применяется, а почему не применяется. Он как-то очень странно себя ведет. Кстати, это было весьма странно.
вначале уровня надать босса, а потом уже заставлять драться со всеми остальными. Ну ладно, да ладно, собственно, давайте на этом уже будем заканчивать. Давай, грузись. Да, давайте, как я и говорил, уже будем заканчивать с этой игрой. Не забывайте, что если вам понравилась данная игра, то ставим лайки под данным видео. Чем больше лайков, тем больше вероятность того, что данная игра продолжит свое похождение на моем канале. Ну а на этом, собственно, все. С вами был Age of Sin. Это была игра Azure Striker Gunvolt. Всем спасибо за просмотр и всем пока!